Дни здоровья в поселениях района стали уже доброй традицией. В рамках их проведения жители отдаленных от центра станицы хуторов получают консультации врачей узких специальностей. На прошлой неделе возможность проверить свое здоровье была у жителей прикубанского сельского поселения. Дни здоровья в поселениях проводятся по инициативе главы Славянского района Романа Синеговского и пользуются у жителей большой популярностью. Почти 2000 человек получили консультации в ходе Дней здоровья в 2016 году. Вместе с врачами в этих выездах участвуют и специалисты Управления соцзащиты населения. Они оказывают, можно сказать, скорую консультационную помощь по вопросам социальных выплат, которые возникают у населения. На этот раз жители прикубанского сельского поселения смогли пройти лабораторное диагностическое исследование, сделать кардиограмму сердца, измерить артериальное давление, вес и рост, сдать анализ на определение сахара в крови. Консультацию проводили врачи, кардиолог и невролог. Жители Прикубанского отмечают, что такие выезды – отличная возможность проверить здоровье. Ведь не все могут приехать в город для обследования. Ну, видите, сколько людей собралось. Значит, всем это надо. Особенно старикам. Они же вообще трудно им передвигаться. Все очень рады. Далеко не у каждого есть возможность поехать там в город и пройти, сдать анализы и все. И туда, когда приедешь, даже в первую поликлинику, там 100 человек, 200 там стоит в очереди. Здесь контингент поменьше, конечно, и все проходит. Ну, а врачи те же, что в городе, потому, значит, лечение такое, диетичное. В этот день славянскими медиками было принято около 60 прикубанцев. Провести полное обследование во время таких выездов, конечно, невозможно. Но выявить заболевание на ранней стадии, направить на лечение вполне по силам. А это большая помощь людям, которые живут вдали от города, в своевременной заботе о своем здоровье. Тина Копачевская, Георгий Калинин. Программа «События».